Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, у нас сегодня воскресенье, но по игре икон не валялся, потому что мы с тобой находимся в Лиге Мастеров 2 звезды. Кстати, заберем ежедневки наши вот эти вот и перейдем в бой, посмотрим, друзья мои. Ранг 95, это Лига Мастеров 2 звезды. Нам обязательно нужно сегодня перейти, ну, топчик я не гарантирую, что возьмем, но в 3 звезды надо, потому что завтра, друзья мои, уже будет понедельник. Новая неделя, мы будем получать награды. Так что, поехали, наверное, начнем с наших заданий. Так, открываем колоду. Так, что нам там? Ванька Стиранка выпадает, отлично, хорошо. Так, здесь мы забрали. Поднять уровень персонажа это позже сделаем. Так, пройти серию испытаний, вот это вот надо нам. Мы переходим, кстати, на второй, ребята, круг. Вот у нас переходная, так скажем, линия. Это между первым и вторым кругом. Так, возьму Леонардо, наверное, и Крэнга. Да, именно их. Так, сегодня опять, ребята, Акуленок у нас заболел. Сегодня его не будет. Сегодня, как говорится, я опять же, ребята, не выздоровевший. Сижу, говорю себе под нос, непонятно чего. Не слышу вообще, что говорю, ребята, как будто в трубу какую-то. Завтра пойду на прием и буду говорить: делайте, что хотите, проверяйте, я не знаю, там гайморит или что там. Очень, ребят, фигово. Кашель не проходит, сопли, глаза болят, виски давят. В общем, все. Никакого улучшения нету, блин. Вот. А там посмотрим, что будет. Так, надо будет что нам здесь. Давай попробуем гранату бросить, может быть, постепеночка повесится на него. Отлично. Но он хили... А, нет, он не хиляется. Он, ребята, поставил на себя блок. Щит вот этот вот. Угу, мы ему сбили. Ну, а дальше все легко, пробиваем. Отлично. Тут Шреддер, к сожалению, не выдержал нашего напора. Он никогда, в принципе, этого не выдерживает. Так что пускай идет лесом. Ну, а мы продолжаем, ребят. Забираем здесь награду и пошли искать элементы на слэша. Мы его так еще и не докачали. Так, нам нужно две кружки найти. Раз. И два. Отлично, две кружки нашли и прокачиваем, ребята, ему до 6-й ступени. Так, пышное ядро. А вот это что у нас за пассивка? Слэш подбадривает союзников этим энтузиазмом. В начале хода с вероятностью 15% снимает ослабление защиты союзников. Но ты понимаешь, в начале хода, то есть он должен ходить после всех, то есть должен сходить враг, повесить на нас дебаф, да, например, ослабление, и только потом ходить слэш. И то вероятность, ребята, 15%, но это на первом уровне, на первой ступени. На седьмой, я думаю, где-то до 40, наверное, поднимется. Но я пока сделаю, наверное, вот это буду прокачивать. Помятое лицо. А то и понятно, почему оно называется. Такой булавой по лицу ударишь, оно будет не то что помятое, оно будет искаженное, исковерканное. Ладно, находим с тобой очки. Там нам нужно одну штуку найти, вот, отлично. Дальше. Дальше нам нужно найти 4 фонаря китайских. Так, один есть. Что-то фонари как-то не особо хорошо к нам идут. А второй нашли. Какая-то видеокассета к нам клеится здесь. Так, третий фонарь. И четвертый. Все, фонари найдены. И нам нужно найти еще 8 пультов. 8 пультов. Ну что ты будешь делать? Ну что с пультами такая проблема? Так, второй нашли, да? Уже третий. Так, три пульта есть. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И последний. Восьмой. Все, ребята, пульты мы тоже нашли, поэтому прокачиваем ему помятое лицо до 5-й ступени. Так, ну что, в следующей серии попробуем до 6-й ступени докачать ему. Забираем здесь наши награды. Поднять уровень персонажа, ну, вряд ли я, конечно, смогу слэшу, потому что у нас всего лишь 15 тысяч мутагена, но это не беда, ребят, сейчас мы все это дело будем исправлять. Так, черепашья буря у нас пройдена, так что здесь особо заморачиваться не стоит.
Так, платиновый клан фуд. Кстати, мы можем же купить? Ну-ка, подожди. Да, мы можем купить, ребята. Отлично. Отлично. Вот что я тебе могу сказать. Тогда... тогда я пойду вот здесь, ребят, наверное, чуть-чуть пофармлю. Капельку совсем буквально. Так, 4 доллара. Так, студенческий билет. Так, данные крэнгов. Осколки тут это серебряные выпадают. Вот, 3 жетонов, отлично. Еще 30-ка. Снаряжение клан фуд. Эксперт снаряжение, отлично, ребята. Ну, а дальше остальное мы все... ха, дальше все у нас кончился, ребята. Сырочек. Сырочек у нас закончился, поэтому мы переходим с тобой на лигу. Так, на лиге у нас 17-23. Ну, поехали, начнем, наверное, вот отсюда. Тут у нас Биба-Бибу. Типа того, Биба-Бибу. Возьму, наверное, здесь Армагошу для начала. И, да иди ты. И, наверное, возьмем... ну, давай Зека, давай Зека возьмем. Армагон и Зек. Первый, кто у нас будет выступать. Откатов, правда, у нас очень мало, ребят. Всего лишь там 17 штук. Так что надо как-то все тут распределить, чтобы на все хватило у нас. И главное, чтобы Армагон не подвел. Красавчик. Он красавчик. Ну, что тут скажешь, ребята. Вырубает с полтычка. Друзья, я до сих пор не могу зайти в Драконы Всадники Олха. У меня прошло какое-то там обновление, но я не могу зайти в саму игру. И так как я на втором канале, ребята, подсел на игру «Песнь призрака» или «Призрачная песня», даже ХКР-ку не прохожу, ё-моё, прикинь. Как меня вот это вот затянула игрушечка. Если кому интересно, тот может пройти на второй канал и посмотреть. Там как раз заливаю сегодня 6-ю серию. То есть я как бы накопил очень много серий. Выложил их все, но не анонсировал. А вот сегодня будут выкладываться. Так, ну что у нас там? Давай возьму Донателло, наверное. Шреддер, Донателло. Я думаю, этого будет более чем достаточно, чтобы победить наших противников. Конечно, будем продвигаться здесь медленно, потому что по 3 персонажа мы с тобой будем брать. Всего лишь по 3. Донни, я надеюсь, ты не подведешь меня. Это хорошо, что у нас тут, ребята, постепенка весела. Донни не справился, просто-напросто. Он не потянул, ты видишь, они остались живенькие и здоровенькие. И если бы не шреддерский урон, тут бы могло все плохо кончиться для нас. Так, вы мне не дадите случайно 17-24, так и будете давать 17-23? Ну, походу, да, так и будут. Ладно. Берем черепашек. Донателло уже отыграл своего, значит, возьму здесь на всякий случай Усаги. Да не, железноголовый, куда ты лезешь? Слушай, подожди, зачем? Зачем мне такая мощная команда? Давай-ка мы, наверное, Усаги прибережем и поставим. И поставим вот так. Майки сделает у нас уклонение, да? Рафаэль возьмет провокацию, если что. Лео даст залп. Да Карайка лезет, это... как всегда просят вот ее, блин. Я все время забываю, что у Карайки очень большая инициатива, ребят. Постоянно так. Ну, Шреддер, давай, звезда нехорошечно там. Ага. И добивка. Давай, Шархан. Есть, закромсал своим тесаком. Ну что ж, поехали тогда далее. С 83-й позиции мы перемещаемся на 70-ю. То есть 13 ступенек мы пролетели. Очень даже неплохо. Так, возьму здесь Ваньку и Крэнга. Ваньку и Крэнга. Тут, смотрю, вроде бы нет, да, особо инициативных у нас персонажей в враждебной команде. Поэтому мы должны как бы первый сходить. И Крэнг должен отыграться, и потом Ванька следом. По моей, как говорится, практике должно это быть именно так. Да, ребят, так и происходит.
Все, здесь тоже без, как говорится, сучка и задоринки мы прошли и двигаемся дальше. 70-е, думаю, на 60-ю-то мы точно попадем. На 63-ю? Да ну. А вот, ребята, и пошли у нас супостаты. То есть майки 78-го уровня. 78-го, ребята. Вы не забывайте, что он переплевывает у нас Армагона, он переплевывает по скорости. Поэтому если сейчас Шреддер его не положит сразу же. Но он положит его, потому что на нем постепенка висела. Все отлично. А, так тут еще второй майки, оказывается. Ты посмотри. Воу-воу-воу-воу. Второй майки тоже, ребята, по инициативе не отступает. Вот это я выбрал вражескую команду с двумя инициаторами. Причем довольно крутыми. Благо, мои ребята выдержали этот натиск. Ну что ж, 49-я позиция, отлично. Отлично, ребята, все ближе и ближе мы с вами к Лиге Мастеров 3 звезды. Ну что, возьмем, наверное, тут опять этот майки, блин, инициатор. Мне не хотелось, конечно, тратить наши откаты на супербойцов, но другого варианта я не вижу просто-напросто, ребят. Я тупо не вижу другого варианта. Раз, два, три. И все-таки побаиваюсь, что майки сейчас выйдет из-под контроля и начнет бросать свои сюрикены. Нет, он усиливает атаку. Ладно, хорошо. Он усиливает атаку. Так, Армагон мой бросает валун. И Крэнк добивает их. Давай. Все, топово. Никто у нас не пострадал. И, как видишь, все, мы здесь победили. Так, 30-ю дайте, пожалуйста, мне. Угу, 32-я, отлично. Все у нас идет как надо. Так, ребята, я завтра не знаю. Я иду на прием в 11 часов. Возможно, на буст я не успею. До скольки я там просижу, проволакаюсь в этой больнице без понятия. Но приду после, уже тогда будем... будем играть. Так, а у нас вдруг, если вдруг меня выпишут, дай-ка я гляну у себя по календарю, что у меня там будет за смена. Так, давай возьмем этих, поехали. Сейчас мы посмотрим. Так, скользящий график. Сейчас я посмотрю, что у нас там будет получаться, чтобы мне приблизительно самому знать. Так, ну что, понедельник у нас получается... Ага. Выходная. Выходная смена с ночи. И рабочая смена у меня только лишь 9-го будет. Это утренняя, 9-е. Так, это... это хорошо. 9-го утренняя. То есть, как бы еще два денька есть, чтобы отлежаться. Но я не знаю, ребята. Будут ли они выписывать меня в таком состоянии, в паршивом. Как бы мне и самому сидеть-то неохота на больнике, если честно. Сейчас болеть нам невыгодно, я уже об этом говорил. Но боюсь, как бы, как это, вот как в первый раз недолеченно выписали, подхватил двойную дозу. Так, если сейчас недолеченным, я боюсь, вообще уже слягу окончательно. В общем, не знаю, что будет. Доктору виднее, хотя виднее мне, на самом деле, по состоянию-то. Я только одного не понимаю, почему они мне в этот раз не прописали антибиотики? Они что, не видят в этом толку или что? В тот раз они мне выписали, я их пропил курс. А в этот раз нет, никаких антибиотиков не было. Не знаю, может быть, посчитали, что нельзя так часто. Не знаю, ребят, что у них там на уме. От чего они отталкивались. Но не было у меня, короче, курс антибиотиков. Так что пойду вот на прием завтра и поспрашиваю, почему именно так сделали. Так, ну что, ладно, давай попробуем
здесь заварганить. Ну, Усаги, ну что ж ты так? Постепенный урон повесил только на одного персонажа из пяти. Как-то несерьезно. Хорошо, у нас тут, конечно, Армагон был на прихвате. Он все это дело исправил. Ну что? Да ладно, блин, я думал, что мы сейчас попадем в Лигу Мастеров 3 звезды. Фиг тебе, тут обломки. Обломись, как говорится, печенюшка. Вот они вот любят так делать. Ребят, я вот давно заметил, они вот любители такую вот пакость постоянно делать. Хоп, тебя перед этим, перед самым. На-ка. Типа, никуда ты дальше не пройдешь. Но мне в любом случае нужно хотя бы 50-е место занять в Лиге Мастеров 3 звезды, чтобы завтра быть, ну, спокойным, что я зайду в игру и буду именно в этой лиге. А сейчас кому-то достанется. Так и думал, ребята. Тут майки, блин, а. Зануда несчастный, как он же меня раздражает. Вообще, меня бесит, когда у врагов есть Микеланджело. Они постоянно, ребята, ходят первыми и постоянно вырубают, блин, моих бойцов. Так же, как вот и здесь вот. А откатов, извини меня, тоже у меня тут не так уж и много. Я не могу ими разбрасываться налево и направо. Блин. Ну, здесь-то мы победим. Вот этой каткой, понятное дело, тут Шреддер у нас супер стоит. И плюс Армагон. Тут, в принципе, без проблем все будет. Тем более, постепенка на всех повесится. И, конечно же, волном он набивает. Ну что, вот сейчас мы уже перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды. То есть, самое высшее и окончание. В плане 94... Что-то я не понял, ребят. Что-то я вообще уже с ума сошел. Мы же вроде бы... Или я уже заговорил... Или я уже заговорился и не заметил, что мы перешли. Вроде бы было как бы это, первая ступень, но... Ну, как сказать, одного места не хватило. У нас там вроде бы до единички дошли, и все, ребят. Я почему и думаю, как мы с тобой не прошли. А, видимо, мы уже сыграли бой. Вообще, у меня время летит, это трындец. Я просто не замечаю этого. Как в тумане, ребят, ну... Так оно и есть, в принципе. Весь болючий какой-то. Не соображаю даже. Хорошо еще хотя бы говорю внятно, а не как это, амеба раскисшая, знаешь. Так, ладно, ребят. Давайте попробуем занять все-таки полтинничек наш дорогой. Авось получится, и все будет у нас хорошо. Может быть, как говорится, на расслабоне. Так, сегодня попробую, ребят, в ХКРочку сыграть. Хотя бы 10 тысяч кубков получить своих, блин. А то уже, какое там у нас, 7 или 6 число. А у меня еще там конь не валялся в игре. Еще раз повторяю, это потому, что я для второго канала, ребята, играл в игру, которая называется «Призрачная песня». Я также еще хочу, извините меня, вернуться и допройти все-таки игру про Амиссию и Хуга, которые дерутся там. Ну, про крыс, короче, игра. И все забываю, как у нее там название-то этой игры. Ее нужно допройти, а то действительно как-то забросил. И никакого движения нету. Так потому что я, ребята, объясняю, почему забрасываю игры. Ты, например, играешь в определенную игру, да? Выходит что-то новенькое. Ты вроде бы захочешь просто посмотреть. А у тебя серия, вторая, третья. Потом что-то еще новенькое выходит. Там еще пару серий выпускаешь. И по итогу те игры, которые ты до этого играл, они как бы потихоньку-потихоньку забываются. Вот. И когда ты вспоминаешь, ты смотришь, что у тебя впереди уже столько игр, которые ты должен поиграть, что просто нет возможности все это объединить. Если бы у меня был бы один канал, чисто, например, вот второй, да, где бы чисто у меня были бы прохождение компьютерных игр, я бы горя бы не знал, ребят. Ой, у меня откаты кончились. У меня откаты кончились. Я бы, ребята, и горя бы не знал. Но так как у меня их три канала, довольно проблематично мне между ними прыгать и для каждого канала делать контент. Я думаю, что, наверное, всем доходчиво объяснил, почему вот так вот иногда происходит. И если кто-то пишет, что устал там от какой-то определенной игры или еще что-нибудь в этом роде, ребята, я вам говорю, вы можете зайти на
другие мои каналы и посмотреть игры там. Заодно, как говорится, и освежитесь. И как бы успейте соскучиться, например, по моему основному каналу. Вот и все. Блин, мимо. Ну как так мимо-то? Да ё-моё, ну. Ну, ракеты, если мы запустим, пробьем их. Есть. А все, ребята, у меня откаты кончились, я не знаю, что делать. Откатов больше нету. И рекламу я уже посмотрел. Ну, мы заняли, конечно, с тобой полтинничек. 50-е место, даже 45-е мы взяли. Я думаю, что дальше, ну, просто нет смысла нам рулить на арене. Потому что некем элементарно рулить. Не этими же охламонами я пойду. Купить я тоже не смогу, потому что 150... А, 250 нужно, чтобы взять 10. Так что тут, сам понимаешь, тупиковая ситуация. Так, у нас 33 тысячи мутагена. Это нам хватит для того, чтобы поднять уровень, слышу. Оу. А, до 7-й ступени. Нет, нет, ребят. У нас всего лишь 18 штук вот этих, ребята. 18, мало. Мало, очень мало, конечно, 18. Куда? Ни туда и ни сюда. Надо больше, надо, чтобы их было за сотню. А то и за две. Ну что, получается, что на сегодня, друзья, я, наверное, закончу эту серию. В принципе, неплохо. Мутаген, есть ли смысл? Ну давай мутаген еще набьем. Чтобы нам, как сказать, чтобы быстрее нам прокачать нашего... Так, подожди, еще что тут взять? Чтобы нам побыстрее прокачать нашего слэша. То есть здесь мы получаем где-то... Сколько там? Я уже не помню, сколько мы здесь тысяч. 2500, по-моему, мутагена получаем. Если я не ошибаюсь. 300, да? 300 плюс 600, это 900, это уже 1000. Плюс 1200, это уже 2200. Плюс полтора... 5000, по-моему, где-то получается, да? В общей сложности. Мы подсчитывали, ребят, я уже не помню сколько. Ну, приличное количество тут получается. Причем на халяву, чистая халява, ребят. Разбирается этот мутагеноид очень быстро и легко. И как бы мы с тобой хапаем этот мутаген. Так, это у нас получается 900. Предпоследняя нам дает 1200, и последняя дает нам полторашку, да? 1500 мутагена. Вот и посчитай. 1200 и полторашка, это уже 2700. Плюс там 300, это уже 3000. Плюс 900. Ну да, где-то около 5000, по-моему. Ну, 5000 мутагена, ребята, это тоже хорошо. Тем более, в нашем-то положении это вообще просто замечательно. Чем быстрее прокачаем наших персонажей, ребят, тем лучше. Я уже об этом неоднократно говорил. И 5 ДНК нам нужно еще с тобой на кроликов найти, чтобы прокачать их на 5 звезд. Как только на 5 звезд они прокачиваются, ребята, мы их начинаем усиленно тренировать. Ну что, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.